обратить на эту сцену, если кто-то мне поможет там найти слайд, где заставка с Олегом. А? Так, он сейчас Максим нам поможет, да? Я пригласил бы сюда тогда нашего специального тренера Олега Густинова, город Санкт-Петербург, который поделится своими секретами. К тому же Олег один из немногих тренеров, а может быть даже единственный, у кого есть диплом врача. Правда? Хорошо. Слово Олегу, пожалуйста. Спасибо, Константин. Но у меня на самом деле нет слайда, я без презентации там. До заставки с моей фотографией. У меня короткое выступление, друзья, будет. На самом деле я хотел бы, скажем так, свой подход к этой программе озвучить вам. Но те, кто меня знает давно уже, все знают, что я сам в прошлом врач. И, в общем-то говоря, один из моих мотивационных моментов, почему я принял решение очутиться в компании LED, это то, что здесь есть замечательная продукция для здоровья, которой я познакомился еще до того, как компания которая вышла на российский рынок, и это такое сыграло свою роль. Вот. Я не могу сказать, что я, когда мы начинали, еще в 2011 году, и в последующие годы я не занимался там, продукцией для здоровья. Например, питьевой гель — это была одна из тем постоянных моих презентаций, там, вебинаров и так далее. Но, вот, опять же, те, кто давно с нами, да, знают, что у нас был запуск различных продуктов, там, то, например, вода какая-то парфюмерная, то там Цайкар, то и омега-3, и вот так все перемешивают, короче, какая-то расфокусировка была. И честно скажу вам, я вот с большим воодушевлением принял ту идею, которую вот, озвучил Константин, эта программа. На самом деле я очень-очень доволен, что она у нас появилась. Мы вот сейчас за столом на обеде обсуждали, оказывается, она, коллеги, единственная вообще компания LED, единственная страна, где есть такая программа. Давайте похлопаем сами себе. В других странах нет ничего подобного, они интересуются только этим. Вот. И, в общем-то, ну, скажем так, я решил тоже, что мне это надо. И, скажем так, это систематизировалось то, что я работал в направлении здоровья в компании LED. Не забывая, конечно, о бизнесе и все такое. Что хочу сказать по поводу самой программы. Я бы, вот, знаете, озвучил, наверное, два момента таких важных в самой программе и свой подход такой. Вот когда Константин мне сертифицировал компанию, когда это все случилось, я озвучил свой подход, сказал, что я обучать начну только тогда, когда буду пробовать сам, больше буду пробовать сам, ну и потом одновременно обучать. И, собственно говоря, я этого принципа придерживаюсь. Потому что это помогает, когда проводишь обучение, как-то, ну, какие-то уже советы, на самом деле, такие из практики, что называется, давать. Вот. И, в общем-то, я хочу, чтобы вот сейчас, наверное, два момента озвучить, о которых я говорю. Это то, что, в общем-то, для чего эта программа? Ну, понятно, она для здоровья, для продвижения продукции для здоровья, но она нам, вот мы все здесь партнеры, она нам нужна для того, чтобы у нас увеличился товарооборот, и самое главное, чтобы у нас появлялись новые контакты, телефоны, имена и так далее, правда? А вот скажите, у нас есть в нашем тест по здоровью место, где мы записываем новые телефоны, имена и контакты? Конечно, там 5 строчек есть у нас такие, да? Вот это на самом деле, коллеги, очень важный момент, потому что именно, собственно говоря, вот эта вся встреча, да, она посвящена тому, ну, понятно, вы рассказываете о продукте, о проблемах со здоровьем, показываете тест и так далее. Но очень важно, чтобы вы не забывали брать вот эти рекомендации и записывать их обязательно. Иногда, кстати говоря, 5 срочек не хватает, люди пишут еще и больше, там, да, кому они хотят, чтобы прошли такой же тест. Коллеги, принципиальный момент, чтобы это было у вас обязательно записано. Если вы это еще не делаете, обязательно начните делать. Очень важно понимать, в какой момент вы это можете делать. Не всегда сразу бывает, что вот давайте там запишите, да, эти рекомендации. Поэтому пробуйте, это все приходит с практикой. Я, например, не сразу, когда мы пишем эти телефоны и имена, переходим к тому, что когда мы можем с ними этот тест пройти. Я это откладываю немножко позже, почти на конец нашей встречи, и тогда уже перехожу к этому, когда все называется уже человек полностью осознал эту программу там, и
скажем так, готов это сделать, да, объясняю ему, почему это для него выгодно. Вот, поэтому, кстати, есть в зале вот люди, я так понимаю, здесь есть же те, кто еще не сертифицирован, да, не работает с этой программой, есть такие? Или все сертифицированы, да? А, здесь все сертифицированы. Коллеги, тогда вот такой вопрос вам. Скажите, пожалуйста, всегда ли вам пишут 5 имен? А, вопрос, а почему? Ну, два момента, на самом деле, здесь самое главное. Первое, это вы забываете это делать, да? А второй момент, если даже вы не забыли, вы как бы так, ну, особо, может быть, не придаете этому значения, это раз. И второе, но не настолько настойчиво. Нужно быть в этом моменте нужно быть настойчивым. Вот вы попросили человека, обязательно пускай он напишет. Можете просто замолчать и сидеть ждать, пока он не напишет. Самый простой способ. Очень важный момент. Почему? Потому что у вас появляются следующие 5 имен, с которыми вы будете встречаться и работать. Это очень такой принципиальный момент. Что я еще делаю? Значит, еще один очень важный момент, на который я вот обращаю внимание, это тесты полоски наши, да, я надеюсь, все с ними работают и так далее. Но опять же, как-то так вот мы их там вручаем, рассказываем, да, но я что делаю? Я еще в конце нашей встречи, обязательно встреча тет-а-тет я обычно провожу, в конце встречи я обычно, не обычно, я всегда даю задание, чтобы вот этот человек, который прошел тест, чтобы он тем 5 написанным людям вот, провел тестирование этих тест-полосок, и чтобы они уже рассказали ему, что получилось из этого, чтобы он тогда и предложил пройти этот тест. Это очень такой важный, принципиальный тоже момент, потому что это намного упрощает вот это предложение пройти тест по здоровью, пройти тестирование и дальнейшие встречи назначить. Наверное, у меня вот из моей практики такое, которое я делаю все. Я хочу сказать, что у меня есть партнеры, которые прошли обучение на Дальнем Востоке. В общем, программа, она очень доступная, простая, работает во всех городах и даже странах. Я в Финляндии проводил обучение, там коллеги наши тоже работают, и, в общем-то, ничего, никаких вопросов там лишних не возникает у них, все отлично. Поэтому если кто-то еще не до конца осознал важность этого, ну, предлагаю просто засучить рукава и проводить встречи, использовать наш тест по здоровью и все инструменты, которые у нас есть. Спасибо за внимание, всем удачи, успехов! Я хотел вопрос задать Олегу, пользуясь случаем. Несмотря на то, что были аплодисменты, провожающие его, позвольте, да, Дима, два вопроса задать. Первое, это сколько было менеджеров Олегом обучено, если обучение проводилось за период вот с сентября прошлого года, да? Ну, я сказал, что я обучать начал не сразу. Где-то там обучено было в пределах где-то 25 человек, примерно так. То есть это в Санкт-Петербурге, в Финляндии и на Дальнем Востоке, так? А, хорошо, а сколько вы сами примерно человек протестировали, прежде чем стали обучать, вот именно с точки зрения рекрутирования на эту программу людей? До обучения, да? До обучения было, наверное, человек 10, и вот в процессе того, как я начал проводить обучение, еще, наверное, человек 30-40 лет было так, встреча проведена. Скажите, пожалуйста, отличается конверсия подписаний с покупками, когда вы обращаетесь к незнакомому или новому человеку с программой, с учетом теста или без? Есть ли какая-то у вас статистика? Или? Вы знаете, Константин, очень хороший вопрос. Кстати, я хотел это озвучить, и, в общем-то, это посчитал, что не так важно, но на самом деле это важно. Вы знаете, что удивительно? Вот у меня, скажем так, появляются новые контакты и телефоны, мы даже вот сегодня с Андреем Веденевым это обсуждали, которые, ну скажем так, ищут дополнительный заработок. То есть они не интересуются здоровьем. И вот что интересно, когда начинаешь с ними работать по программе «Хорошее самочувствие», то есть тест проходишь, человек переключается с поиска работы на свое здоровье и регистрируется. Вот это удивительно просто. Поэтому это очень замечательно. Вот вопрос хороший. Я скажу так, оно нисколько не отличается. То есть если нормально все проводить, человек регистрируется. Ну понятно, что не все 100%, понятно. Вот, но регистрируется, что на здоровье приходит, что приходит на какой-то там дополнительный заработок, регистрируется человек. Хорошо, понятно.
Из тех партнеров, кто у вас работает, ну, филиале, например, у них какие отзывы есть? Отзывы по работе с программой. Ну, вы знаете, на самом деле, каких-то таких отрицательных отзывов нет. У них работает, вот я почему и сказал про Финляндию, что вроде другая страна, да, но у них также все идет, люди регистрируются. Там есть особенность у них своя, ну, в частности, вот у партнера того, да, она работает, вернее, скажем так, одновременно рассказывает и про здоровье, и еще захватывает продукцию, которая у нас есть. И у нее нередко бывает так, что и на здоровье люди там еще что-то дополнительно покупают, ну, например, там, не знаю, царь-гак какой-то или крем. Ну, они там могут себе позволить немножко больше, в принципе, в евро. Так вот. Понятно. А на какие фразы вот, из тех, которые мы предлагаем людям в качестве опорных ключевых конструкций при общении с потенциальными участниками, скажем, да, программы, новичками, какие фразы, на ваш взгляд, наиболее острые и результативные, ведущие к заключению сделки? Константин, по фразам не могу, наверное, так озвучить. Я точно знаю, что очень хорошо работает видео, которое вы... То есть видео это короткое или длинное? Короткое, да. Вот оно иногда прям такая тишина стоит после этого несколько секунд до минуты, там, да. Человек осознает, что происходит. Некоторые боятся смотреть там, сразу на первых там, секунды, говорят, ой, не надо. Вот. Но очень хорошо работает, ну, по крайней мере, у меня, на моем опыте. Хорошо. Скажите, в принципе, если захотеть спрогнозировать свою какую-то организацию или развитие своего ранга или карьеры какой-то, можно с помощью программы как-то посчитать, сколько у тебя должно быть встреч, сколько у тебя может появиться клиентов с покупками, да, то есть сколько ты можешь этого заработать, если, ну, например, свою клиентскую базу развивать? Можно. Не пробовали? Я сейчас этим занимаюсь в процессе. Ну, вы знаете, вот я такой планирование организовал по поводу регистрации встреч, там, баллов, средняя сумма покупки. Но, в общем, в процессе сейчас. Хорошо. Спасибо большое, Олег. Спасибо. Было очень интересно общаться со специалистом, да? Потому что, видите, как человек с медицинским образованием, так и человек без медицинского образования может с этой программой работать, что для меня, ну, как бы, очень хорошо, как мне кажется.